раза в три. Правильно, три, да? Это математический аппарат. Ну так громко, конечно, звучит. Ну, конечно, много еще чего есть, кроме этого. Ну, здесь, в общем, на самом деле, надо назвать его не математический аппарат, который сильно коррелирует с этим, да? Да у нас тут между собой. А? Да. Значит, решение задачи. Если мы разберем коммунизм ложный взгляд, то эту задачу мы можем быть соответствующим образом, то есть это осиновый член квадрата, которая трактор, и будем использовать. Ну тогда это дело было как бы. Математики эти все занимались. Начинали с Гаусса, все эти теоремы, векторный анализ, там пробивали, ну, в общем, популярно это дело было. Ну и тогда формально из этого уравнения можно получить функцию Грина, которая будет решение. Ну, на самом деле это как бы все не пропало. Можно думать, что это слишком формально, слишком по-математически и все такое прочее. На самом деле сейчас есть такой метод. Мы о нем говорили немножко, я его упоминал. В прошлом курсе это кодинг закона Ростокера, да, где вы решаете уравнение Шрёдингера в интегральном виде, да, то есть у вас возникает нечто похожее. То есть ну, само по себе уравнение Шрёдингера тоже уравнение второго порядка, да, то есть на двух квадратах некое. Вы его решаете в интегральном виде, и там можно тоже формально получить решение вот виде функции Грина, которая будет вам говорить о том, как у вас рассеивается
электрон, который, грубо говоря, попадает в некое статическое поле какой-нибудь симметрии, заданное, ну, то есть положенным зарядом, фионами кристаллической структуры. Ну, собственно, там все идет именно суждение именно на языке вот таких функций. Да? То есть обычно на всех этих зонных методах там все идет на языке как какого-то базиса, да? А там есть на языке. Он, наверное, где-то в матфизике должен был это говорить. Не понимаю. А? Было бы такое. Было такое, да. Ну, хорошо, тогда мы что-то все так просто повторим. Значит, уж ты их выбирал. Вот один. Но по физике, да, там есть.
теоретическое, физики конденсированного состояния, название немножко, ну, как бы используется немножко руки. Да, в смысле, интегрируются такие же, они имеют свои названия. Я пытался составить. Это не только форма одежды, да, но и стиль одежды, но и функции грима, политическое свойство. Ну и скажем так, ну тогда одночастично. Начинаете по
определение уровня движения, писать уровень движения, это функция триндвучастичная, у вас тоже частично проявляется. Это, наверное, люди бесконечности зацеплены. Как их решать, непонятно, но вот существуют некоторые способы обрыва этих уровней. Так, есть простое, посложнее, еще посложнее, там, из физических соображений, там, чувств каких-то, генетических и так далее. Ну, пока есть, достаточно большая группа. Вот. Ну вот паровские функции глина, то есть как только вы, понятно, да, как только вы работаете в температуре равной, ну, надо как-то учесть температуру, то сразу у вас возникает паровская техника. На чистом нивых частотах, да, паровских, здесь ничего у вас нет, вещественное, не думаю. Там возникает проблема, в принципе, на субаровской технике там достаточно просто считаются некоторые вещи, однако, если вы хотите получить то же плотное состояние на вещественных частотах, да, вам придется делать генетическое продолжение, и оно будет у вас использовать, для этого будут использовать какие-то численные методы, может оказаться все очень непросто. Ну, одночастичные, там, многочастичные. Одночастичные функции Грина, это, значит, реальная плотность. Да, там, если вы ее проинтегрируете пока, пока это будет у вас плотное состояние. Так, вернемся к этому немножко. Да. Да, то есть, то, что можно извлечь из одночастичного. Значит, многочастичные, это, начиная, там, с функции отклика. Как-то там оптическая проводимость, да, например. Ну и заканчивая какими-то более сложными делами, типа сверхпроводимости, да, то есть она оптически тоже должна быть минимум частичная, да, то есть там нормальная пара, нормальное спаривание, сразу одинаково, с разными спинами, да, ну, две частицы должны родиться одновременно и перейти в конденсат. Там, конечно, то есть у вас тоже нужно на то, что это будет метод намбу, да, функция грина намбу и функция намбу, матрица намбу. Ну, в общем, ну, и скупление товарищу намбу дает. Недавно, кстати. Ну, вот, ну давайте вот с вами поговорим про качество просто примера. Могли бы у Тябликова вам рассказывать, да? Да.
сказать, вам придется с этим столкнуться, там, или там просто для общего, как бы, существует там некий общий формализм. Связанные с именами Бим и Кадана. Есть работа соответствующая Бим и Кадана, книжки потом там, где-то себе запишите, да, то есть есть такая всякие смотрим Кунцугрина, там гуманистичный, нелингвистичный и так далее, как функционал, собственно, юридической части. Ну так, это я уж очень образом грубо говорю. И из этого там будет высшую науку. То есть это есть такое отдельное направление, связанное с этим функционалом Бим и Кадана. Ну, я тут вообще не как специалист, немножко знаю, немножко слышал, не более того. Да. Да, очень много.
другим здесь написано, но я почему-то не сказал. Да. Пункт распространения часто на английском называется пропагара. Встречали это слово. Функции гримы бывают. Там надо внимательно читать, чем вы занимаетесь, они могут быть там физические, физические. Физические фотошки, в принципе, вспомогательные, потом из них надо что-то там слепить, построить, там, не знаю, там, проинтегрировать, просуммировать, еще чего-то там понаделать и получить функцию грима, которая будет физической. И, тем не менее, они все называются все равно функцией. Поэтому надо внимательно смотреть. Пропагаторы тоже могут быть не физическими, да, скажем. Допустим, у них там какая-то сумма хитрая, да, может давать вам полную функцию грима, да, вполне себе иметь физический смысл. Ну, тогда. Вот. Значит, это надо означает следующее, он там двойные угловые скобки. Некий оператор А, актер, да. Первые угловые скобки означают то, что у вас и на функцию хелисайда на ступеньку, да, то, что их дальше. Е соответствующая, значит, угловая скобка, вторая. То есть первая скобка просто как бы штука вкрытие. В зависимости от того, в каком порядке у вас идут времена, да, у вас меняется просто знак длинной части. То есть если у вас, ну, грубо говоря, причина, следствие после причины, да, тогда все в порядке. Если у вас наоборот, следствие раньше причины, тогда должны перевернуть знак длинной части. Но здесь это происходит, перестановка времен происходит, да, в операторах. Ну, и сами операторы переставляются. Это есть как бы для того, чтобы у вас всегда следствие было после причины. А второй угловые скобки, да, по определению просто кажется, что и на среднее от такого произведение такого хронологического оператора, да, коммутатор АВ, да, коммутатор АВ, причем это среднее по большому хронологическому отстану, да, вот эти скобки имеют смысл усреднения по большому хронологическому. Раньше наступает, да, Т или Т штрих, момент Т или Т штрих, он вам настраивает, то есть то будет Б от Т штрих на А от Т, ну, либо это у вас будет Т больше Т штрих, то у вас будет А от Т на Б от Т штрих. Ну, это вам, это такой оператор должен был рассказывать,
рассказывали в фильме «Диаграмма». Здесь
Гринтонова, из Гринтонова, каким что взаимодействие оставит, как мы взаимодействуем, что честно. А что выкинули, оставили? Можем посчитать, как мы взаимодействуем, уже будем взаимодействующие частицы. Ну, еще раз говорю, что нам еще оператор надо задать. Понятно. Я ли газы, есть ли выкинули. На решетке, без решетки, там, ну, не важно. Какой-то там. Дальше что? Там видите, аккумуляторы надо считать. Ну, старые аккумуляторы, какие-то операторы рождения, уничтожения. Правильно. Ну, просто будет фермерский оператор рождения, уничтожения. Как только вы это сказали, да, то есть вы будете, а вы это все вы можете получить, ну, именно там. Геолер. Ну, пример рассмотрим. Достаточно интересно. Да. Давайте с вами рассмотрим следующий параграф. Значит, вы здесь пометьте, да, что для перехода конкретной задачи, не знаю, там толп-сайдинский, но все равно. Перехода к конкретной задаче вам надо задать явный вид гринтониана и задать явный вид оператора. Например, мы с вами рассмотрели, да, то есть идеальный фермерный газ, соответственно, у вас оператор, который содержит кинетические члены, а операторами будут операторы рождения и уничтожения. Thank you.
Дальше мы просто вписываем сразу по определению, да? У нас получается, что мы отправим. Если у вас будет произведение тетрафункции, да, на коммутатор. В коммутаторе тоже будет два слагаемых. Да? То есть у вас возникает два слагаемых. Соответственно, дальше мы будем все там. Давайте, допустим,
звел взаимодействие там, в виде хардифов, да, движение хардифов. Да. То есть у вас четырехчастичный интегратор спадается просто на разведение средних там, на двух операторов, на два двух операторов. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? А вы, ребята, понятно, да, о чем я говорю? Ну, тогда, да, вы можете что-то получить вполне, так сказать, внятные результаты. В частности, мы посмотрим, что Хаббард, товарищ Хаббард, он так и сделал. И это приближение, такое решение модели Хаббарда, да, то есть если вы здесь возьмете гильотиниан Хаббарда, рассыплете его по хардфопу и решите, то такое решение получило название Хаббард 1. Просто это первая статья вообще Хаббарда. Ну, он их там называл, там, модель не сильно коррелирует, там, электронов 1, значит, да, так бы вышло, там, модель не сильно коррелирует, электронов 2 и так далее. Там, Хаббард 1 есть. Если вы будете более сложно делать сцепление, да, то есть вы возьмете уравнение следующее, да, уравнение движения, там, и договоритесь, что вы будете в нем трехчастично, да, функция Грина, у вас появится четырехчастично, вот в ней сделаете хардфоп. Не в первом уравнении, а во втором, ну, грубо говоря, договоритесь, что там у вас. Вы замените соответствующий цвет пресс-c на уравнение плотности. Получите уровень Хаббард 3 и решение Хаббард 3 более сложное следствие по решению. Ну, об этом с вами поговорим попозже. Просто я к чему это здесь все рассказываю, чтобы вам было в каком-то смысле понятно, что это здесь не искусственное образование, да, не сбоку прибыл. Что это сказать, поскольку мы будем рассматривать модель Хаббарда, да, там это вот много не используется. Ну, как-то проиллюстрируем это. Так, ну давайте сейчас просто, чтобы мы забрали различие, иначе я пошел за фломастером. Делать веревочек перед ними. Значит, нейтральное представление, параграф 6. Тогда у нас же
R3. Переходит в уже R3, в зависимости будет теперь только от разности, да, их примерных координат. И тогда, значит, делает две преобразования. Это такой функции видим, получится, что-то будет пользоваться. Функция функционалита. В качестве домашнего задания предлагаем вам такое преобразование курьера. Где-то не должно быть места мира. Нет. А, ну да. Значит, давайте разбираться, что у нас, так сказать, изменится. Давайте быстрее. Не знаете, говорите, не знаю, что это пауза какая-то. Думаете, сколько думаю.
сооружений вообще. Ну, у нас все это отлично от нуля, только про при двух значениях энергии. Ну, то есть дельтообразные пики везде будут. Давайте, что вы упоминаете, что вы про дельта-функцию заговорили? Ну, то есть, что такое у нас дельта-функция? Плотность состояния. Это же сумма дельта-функции. Вспоминайте это определение на прошлом курсе. А здесь и мю, и ню — это соответствующие собственные значения. Да, ЕК — это и есть набор собственных значений, так? Это у нас что получается? Вот эта штука у нас есть просто плотное состояние. Это сумма этих дельта-функций, да, это есть просто плотное состояние. То есть вот у вас возбуждающая внешняя частота, омега, да? Возбуждающая внешняя частота, ну или типа, это если вы говорите об эксперименте, да, то есть вот вы следите, там образец, там, не знаю, рентгеном, звуком на него воздействуете, да, еще чего-нибудь там. Так? Ну, какой-то волной, да. Ну, на звук на не очень хорошо. Электромагнитная все-таки волна, если должна. Да. Свет, рентген. Все, получаете, что у вас отклик, да, дают только, когда у вас электроды с такими энергиями, да. Но они, видите, еще взвешены вот на этот вот коэффициент, да. То есть это уже то, что называется матричный элемент. Да? То есть смотрите, это же матричный элемент, да, фактически. У вас оператор, зажатый между собственным вектором, да, собственными векторами. Да? И это тоже матричный элемент, он уже оператором. Да? Ну, там дальше надо говорить о том, что с оператором и так далее. Ведь опять же зависит от излучения. Но еще есть вот этот вот фактический мощный волоский вес. Да. Фактический там. Анон цены. Анон цены. Дальше цены содержание. Как? Цены дальше содержание. Ну да. Коррелятор же просто получается. А, в смысле, цены все будет запрещено. Нет, да, все. Ну, можно тут, конечно, попытаться эту ню как-то убрать, но здесь именно весь прикол в том, что мы вставили его сюда. То есть, слушайте, вы имеете, ты имеешь в виду, что единичный этот элемент, что ли? Было бы такого рубления. Что это такое? Не единичный пират вообще. Значит, вот это вот получается у вас спектральная функция. Это вот то, что вы наблюдаете в эксперименте, да, то есть это вот вы светите электромагнитной волной, там, частотой омега, и снимаете вот этот сигнал, да, снимаете вот этот сигнал. А дальше из чего он состоит? Ну, вот эти электродные переходы, Больцмановский фактор, ну и соответствующие матричные элементы, ну и другими словами, вероятности этих переходов, да. Какие-то разрешены, какие-то запрещены, какие-то маленькие, какие-то большие. Понятно, да? Вот такая вот штука. Ну, здесь давайте вносим. Еще напомню.
него формула Сахоцкого, которую мы, конечно, знали. В прошлом курсе ее записывали. Мы пользовались функцией Сахоцкого, да, то есть если мы возьмем нижнюю часть, то есть у нас нижнюю часть это сети конструкции, да, то есть у нас останется как раз эта вот эта функция, да. Останется соответствующая эта функция. Ну и это мы используем для того, чтобы показать, что мнимая часть, вот, естественно, мнимая часть функции Грина, да, а это есть формы состояния. Помните, что это формы состояния. Ну или более правильно ее называть не формы состояния, а спектральные функции, которые интегрировали там по аналогичеству. Да. Ну давайте рассмотрим такой пример. Thank you.
Ну, когда мы можем говорить с вами о соответствующем матричном элементе. Понятно, что это у нас уже с вами. Здесь записка диагональный элемент, да? В смысле диагональный элемент в базисе нашего вот этих вот базиса пути. То есть мы с помощью, значит, определения дисциплина. Сейчас очень неудобно. Давайте попозже. Значит, тогда соответствующая функция длина. Значит, длина. Для данной системы. Да? И ответ
нас, поскольку при температуре равной нулю, все расчеты, да, и что, так сказать, у нас там минимизировано, да, согласно там теории, то у нас этого среднего по определению уже не будет, да, мы какую-то дыру удалим. То есть вы берете вот этот гравитониан, который вы нашли вот здесь, да, ну там, представление этого ПС, это что-то вот у вас гравитониан, у нас справа-слева умноженный на соответствующий набор, ну, на соответствующий, собственно, вектора, да, вот что у вас будет такое, это будет матрица гравитониана ваша. Все, потом вы считаете вот этот вот конитет, Е будет гравитониан, и берете просто обращение матрицы. Понятно, да, что? Получаете опять матрицу. Это будет вот матрица функции Грина. Обычно говорят, что это матрица функции Грина, ну вот в орбитальном пространстве. Допустим. Ну так у нас, мы так расчет проводили изначально, да, что наши базисный пункт — это вот те орбитали, у которых есть, допустим, кристалли. Да. Допустим, у нас D орбитали, да, там сколько? 5 орбиталей разной симметрии D состояния. Да. Соответственно, если мы говорим о том, как будет выглядеть функция Грина, соответствующая, мы получим 5 на 5 матрицу. В этом орбитальном пространстве для функции Грина. Вы понимаете, да, о чем? Дальше там, вы начинаете, допустим, там, прикручивать какие-то взаимодействия. Если возникает уравнение там дальше, оно тоже будет матричное в этом орбитальном пространстве. Соответственно, что кинетическая часть, она будет тоже, так сказать, матрица, например, и так далее. Ну, вот. И для этого нам нужно вот это вот, вот это вот. Взаимодействующие функции.
смотрим формально, да, такой ряд. Получается, что полная функция грина, ну, да, вот будет живой. Да, существенно.
функция, и там, конечно, ее любимая часть намного больше, чем эта всякая дельта. Ну, формально будет. А и от К, ну, вот это ваш спектр затравочный, да, который у вас присутствует, вернее, для той системы, которую вы вообще рассматриваете. Да? То есть, это, может быть, там, начиная от элементарной параболы, то есть вы видите, что да, у нас вообще просто свободно будет совсем-совсем. У нас будет там дисперсия К квадрат пропорционально, да. Дальше там вы можете там нейтрализовать там, выбрать фермию, нейтрализовать какую-то фермию, еще что-то там, да, какие-то. Можете сказать, что нет, у нас там электронной решетки, выбрать это ее от К, вот движение сильной связи, да, которое мы с вами рассматривали, да, то есть будет какой-то набор там синусов, косинусов, да, сюда поставили все как бы. Ну и тут вся загвоздка в этой всей науке, она сводится к тому, что надо как-то считать. Ну это вот фактически да, еще момент такой, что это однозонный случай, да? Ну там однозонный случай. Да, если вы будете говорить уже о более сложных каких-то вариантах, то даже у вас будет матрица. От да, тут у вас будет, соответственно, минус. Минусы, опять же, да, продукт матрицы, да, там плюс единичный оператор, там единичный оператор, единичный оператор, потому что тогда у вас Е будет только на диагонали стоять, да, то что означает, что только на диагонали, из диагонали элемента надо будет считаться. Ну и плюс вот это вот дельта, да, плюс дельта, да, а здесь вот знаком минус первое, будем понимать вращение матрицы. Да. Это уже многословный случай. Да. Ну и в этой всей науке вся как бы проблема, она вот в этой сигме сконцентрирована. Да. Либо вы ее как-то умеете считать, ну скажем, берете вот эти вот процессы, да, все идеально, да, нарисовать все соответствующие процессы, которые здесь происходят. Ну, говорите, давайте возьмем только там два первых процесса. Это будет, допустим, приближение картрифога, да. Ну и давайте в ней там найдем какую-то последовательность этих процессов рассеяния, да, которые можно просуммировать математически, да. Да, ее найдем, будем знать эту функцию, да. Или там давайте еще как-нибудь просто ее там чисто феноменологически представим, там, из каких-то соображений, там, вроде окрестности. Опять, значит, можно там. Тогда вы можете, получается, что вы задали как-то эту сигму, получаете как-то плотность состояния, да. То есть спектральную функцию, нижнюю часть, да, получаете плотность состояния, а это вещь, которая меряется сейчас в эксперименте, да. То есть спектральная функция – это то, что дает вот эмиссии с любым разрешением, да, ну, то, что называется артес. Пишем.
штука. Тройная функция, да? Тройная функция. Значит, она строится в виде карты. Да. По К, по омега, ну и значение А и наоборот изображенный цветом на этой карте. Да. Ну либо вы можете проинтегрировать по К, да, там, получить интегрированную по К интегральную плотность. Это у вас будет плотное состояние. Плотное состояние. То есть это то, что вам выдает обычная фотоэмиссия. То, что вам выдает обычная фотоэмиссия. Да. Ну, как там море всевозможных, да, то есть есть фотоэмиссии там. Рентгеновская фотоэмиссия. Это вы в статьях просто можете встретить, да, немецкая Бремштрайн, это хроматский троск, есть качество у вас, валентные электроны, да, полоса, полоса, да, это у вас, и обратная фотоэмиссия. X-ray absorption просто, да. То есть здесь у вас эмиссия, а здесь поглощение. Это у вас полоса проводимости. Полоса проводимости. Да. То есть, ну вот там должны сыграть свою роль вот эти матричные элементы, которые в свою очередь являются разновесящими, то есть они разные в разных зонах гриллиана, при разных энергиях возбуждения они разные. Матричные элементы могут хватить по параметризации. Есть еще понятие сечения фотоионизации. Грубо говоря, это вероятность, с которой то или иное состояние, вернее, электрон, находящийся в том или ином состоянии, при данной энергии, ну, вот, будет вовлечен в этот процесс. Да? Ну, допустим, вы там, светите энергии 1000 электрон-вольт. Оказывается, что у вас кислородные состояния будут 40 раз менее интенсивны, просто число вспомнил, 40 раз менее интенсивны, чем D-состояние. Если какой-то оксид переходного металла светите там, да, получается, что у вас кислород практически будет менее. А светите там 10 электрон вольт, а там наоборот будет почти порох, и даже кислорода чуть больше будет. Ну там они делятся, эти фотоэмиссии, еще там на энергии возбуждения, там источники разные, то есть там есть газовые лампы,
единицы электрон вольт, есть гелиевые источники, десятки электрон вольт, ну а дальше синхротрон, короче. Там любая энергия, там это все делится. Это для того, чтобы понять связь вот этой всей канители с экспериментом, да. Реально как бы меряем, ну, в смысле не мы, а экспериментаторы, если что-то и делают в этом направлении, какие-то спектральные проходки, измерения ведут, то они получают нам мнимую часть функции Грина. А наша задача уметь ее посчитать. Ну, либо если мы говорим о оптике, например, да, об оптической восприимчивости, да, оптической восприимчивости, то там идет уже речь о свойствах двухчастичной функции Грина. Да? Уже свойства двухчастичной функции Грина. Тоже мы должны его уметь как-то посчитать. Значит, еще такой, так сказать, концепция, которая была высказана Фейманом касательно этого, ну и проиллюстрировано здесь уравнение Дайсона, да, она состоит в следующем, просто здесь сказать. Ну, у нас получается, смотрите, то есть вы берете совсем невзаимодействующий электрон, да, допустим, вот, ну у него такая дисперсия парабола, да, то есть дальше говорите, что ну давайте его там поместим куда-нибудь там, в поле, в решетку, еще куда-нибудь, да, он становится не частицей, а квазичастицей. Да, то есть он как бы становится частицей, грубо говоря, дисперсия вот такой. Да. Вот такой. А дальше видите, а теперь смотрите, у нас электрон в решетке, да? А давайте к этому электрону в решетке еще один электрон добавим. Ну, такой же в решетке, да. То есть у вас получится еще, у вас быстрый электрон, потом он взаимодействует с вот этим электростатическим полем, созданным ионами. Есть еще один такой же электрон, который с ним, то есть фактически у нас две квазичастицы получаются, да? И эти две квазичастицы еще между собой взаимодействуют. У вас получается опять, то есть есть некая эффективная дисперсия, допустим, где-то с крышечкой, плюс сигма уже нет взаимодействия с решеткой, а сигма, допустим, электронно-электронного взаимодействия, да? Потом, допустим, вы говорите, что отрывайте еще на эту фигню, светить там чем-нибудь, не знаю, электромагнитным. Да? То есть у вас будет взаимодействие с нижним излучением. Еще будет частица как-то изменится и так далее. Или там пусть эти квазичастицы с фаноном, там, с колебанием решетки взаимодействуют. Да? То есть у вас будет взаимодействие. Это называется электрон фаноном, но реально взаимодействие квазичастицы, да, перенормированного этого электрона. То есть вот это же перенормировка спектра, да? Тоже войдет и искажение, да, этого спектра, и, так сказать, какое-то размытие, еще чего-то там. Потом, если мы потом, получается, потребуем такой же полюсный вид, то и получим то, что у нас перенормируется. Да, да. Здесь можно это отбросить будет полюс, да, дальше давайте мы найдем просто новое положение полюса. Там, как получить эту перенормировку, ну, у меня, по-моему, есть дальше, но где это кажется. Вы берете просто это уравнение, дальше надо раскладывать в нем эту сигму просто около волны Ферми и импульса Ферми. Заходите в коэффициенты перенормировки. Вот, то есть вот это вот вводится очень важная концепция квазичастиц. На самом деле сейчас все современные статьи, которые пишутся по сильнокоррелированным системам, там всегда квазичастичные дисперсии, квазичастичные зоны, квазичастицы, взаимодействия квазичастиц там, и так далее. То есть вот эти вот слова, они там употребляются, объются, они вот из этого, в этом смысле, что он как бы, да, электрон, но, допустим, утяжеленный взаимодействие. Да? Перенормированный в смысле того, что масса стала больше. Важно, да.
концепция какой частицы. Ну, давайте примем, посмотрим сейчас. Параграф 9. Пункт длинный идеально результат. Все наши операторы, которые там А и Б, да, они у нас есть не что иное, как операторы реки уничтожения, да, соответствующие. Так. Ну, вы все эти строго говорите, там еще и спин должен быть. Так. Хорошо. Нам это достаточно. Thank you.
правого ждете, это принцип Грина. Если это вообще уникально, да, то вам придется еще воспользоваться его линейным движением. Ну, вы увидите, что вам не хватает просто. Вы можете воспользоваться линейным движением для функции Грина. Почему-то там получить. Ну, ответ сочинительский понятен, да? То есть у вас будет G равняется E минус T. Единица, поделенная на E минус T. Да? Ну, вот тут написано. Ну, именно задача, да, то есть там возводить некие коммутаторы, считайте коммутаторы, да, все. Ну, там, если заглядывать в учебник, то полчаса. Если не заглядывать в учебник про коммутаторы, то 3 минуты. Нет, ну хорошо, 5. Там, соответственно, h квадрат на 2m
гулять. Оказывается, что такая центральная функция, да, которая следствует h квадрат, k квадрат, в m не будет, ну, как бы, будет отличаться, да, от парабола. Там выше, ниже пройдет, еще что-то будет с ней пройдет, ширина у нее будет там конечная, будет там и так далее. Ну, начинает человек рассуждать, да, действительно, это вот фермий газ, ну вот фермий газ там с измененной массой, да, фактически чего-то там больше нечего менять. H квадрат поделенный на двое. Менять может только буквы B. Вот, получается. Поэтому. А либо эта функция, так сказать, ну, в этом виде она используется там во всевозможных, вы что, не стартуете, да, с какого-нибудь там, ну, какие деньги собираетесь есть, да, но стартовать там все равно с этой какой-то, да, или следить к этому виду, так, 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 так. Поэтому она важная полезная, да? Ну, функция Грина с одного действия, это всякая. Другими словами, полюса функции Грина, если вы помните, да, как мы рисовали с вами зоны в К-пространстве, да, в каких-то там направлениях, да, значит, мы рисовали с вами в каких-то направлениях в зоне Брюлена нашей зоны, да, то понятно, что это такое будет, да, то есть это будет у вас видоизмененные зоны, правильно? У вас они будут просто сдвинуты. Вот у вас набор каких-то функций, да? А реальная часть сигмы вам будет сдвигать. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, хорошо, давайте нарисуем. Вот у вас, допустим, вы помните, с вами рисовали двумерные решетки, да? То есть вот была точка 0,0, точка 3,0, точка 3,0. Точка 0,0, да? Вот мы рисовали, у нас была такая зона, да? Просто уже. Да, то есть у вас вот будут такие наборы этих точек.
выберите шар по К, да? Выберите почаще, будет линия, выберите пореже. Вот у вас произошла, если сигма вам дает просто переномеровку массы, то у вас происходит сужение зоны. Происходит сужение зоны. Можно даже понять, почему происходит сужение зоны. Да. Это мы довольно буквально через пару пунктов делаем. Так, ну в качестве, значит, такого. Ну, напишите, что это реакционное, да? Реакционное сужение зоны. Давайте разберемся, что у нас такое мнимая часть сигмы. Да? Ну, реально, да, мнимая часть сигмы. То есть реальная сигма, реальная часть сигмы нам определяет полюса функционирования, так? Что такое у нас мнимая часть сигмы? Асадухальная кулиса частица. Да, это время жизни. Как-то у вас дисперсия изменится, да? Но вопрос вообще, до какой поры мы вообще можем говорить о том, что у вас можно говорить о квазичастичной зоне? Да? Он как раз ответ на этот вопрос, он как раз находится в мнимой части сигмы. Да? То есть если у вас мнимая часть сигмы очень большая, да? Мнимая часть сигмы очень большая, соответственно, время жизни какой частицы очень маленькое, да, время жизни какой частицы очень маленькое, тогда мы уже не можем говорить о какой частице, да? Она уже называется плохо определенная какой частица. Есть такое понятие плохо определенная какой-то частица. Плохо определенная какой-то частица. Ну, какой-то вот, я помню, был критерий, что типа, если мнимая часть сигма больше половины E от K, это уже плохо определенная квазичастица. Значит, ну вот возвращаясь к вопросу о, допустим, идеальном ферме газе, да, или ферме жидкости. Где у нас там квазичастица будет хорошо определена? Только вблизи поверхности фермы. И поверхности фермы. Опять же, почему? Потому что вероятность, во-первых, там есть свободная система. Ну, как вероятность рассеяния будет мало, получается. Ну, да. Но главное это получается, что если вы будете эту сигму считать для первой жидкости, у вас окажется, что мнимая часть сигмы, да, в своей первой жидкости, да, получается, что мнимая часть сигмы, она пропорциональна минус омега квадрата. Или омега минус Е первый квадрат. То есть она получается маленькая только в окрестности уровня Ферми, да, а потом она, ну, достаточно быстро растет. Да. Только вы отходите от уровня Ферми, и все, и
каких частицах уже говорить не приходится. Да? И давайте еще такой момент о размерах тех художников. Да? Предполагаем, что у нас полюс на уровне Фуми, да, находится. Теперь выделяем, что для
мы значим вот эту вот вещь, мы обычно замечаем, да? Определенные по частицы, да, конкурентные вклады, это вообще не квазичастицы. Вот этот кан называется квазичастичным вычетом. Вот этот кан называется квазичастичным вычетом. Квазичастичный вычет, потому что это у вас коэффициент при разложении, да, обратно, в ряд два раза. Вот это z, оно фактически определяет собой квазичастичную массу. Сейчас об этом поговорим. Ну, если рисовать следующую функцию вина, да, допустим, в смысле минимальной части, да, минимальной части, восьмой пункт. Масса квазичастиц. Обычно.
различных значений. Да. Тогда вопрос учились, скорее всего, из твердом теле, вторая производная от ветка. Масса может быть связана как с зависимостью собственно кинетической части от энергии, так и с зависимостью собственно кинетической части от классического. Ну, давайте рассмотрим вот эту картинку, да, стоит, и посмотрим, что это означает. Если мы пусть у нас представим себе, что сигма слабо зависит от как, зависит от как, от простоты, да. У нас вот это вот слабо практически единица, да. Да, вот остается вот это положение. Да.
будем рассуждать, значит, у вас понятно, что это величина положительная, да? Чтобы вот эта штука была положительной, у вас углонаклона сигма, да, на уровне первого должен быть отрицательным. Если вы построите ре сигма, ну, как оно должно вам стать. Ну, либо она может принимать и положительный, как бы, да, характер, в смысле положительный наклон, но небольшой, да. Ну, иначе масса станет отрицательной, получится, что полный, да. Но мы видим, вообще говоря, что есть расходимость вот этого отношения, да, какого-то значения, какого-то виде сигма, да, у вас это разделилось. Помните, я вам упоминал, что переход металл директный тем понравится, да, то есть там говорил, что есть расходимость от тех звездочек, ну, вот оно и есть. Ага, да. Ну, если она у нас, так сказать, линейно, ну, там, некая окрестность, кроме фигуры линейной, так сказать, имеет отрицательный наклон, да. Ну, теперь вот давайте представим, что у нас вот этой плотности состояния, ну, у нас соответствует вот этой какой-то. Теперь все соответствует некое плотность состояния. Да? Смотрите, что у вас происходит, да? У вас поле с функцией Грина, вернее, новая дисперсия — это у вас что такое? Е плюс реальная часть, да? Да, то есть Е там плюс реальная часть. Да. То есть получается, смотрите, если вы берете здесь, да, эта штука у вас отрицательная, да? Эта штука положительная, да? Вы складываете их, понятно, что это точка у вас куда-то сюда съезжает, да? А с этой стороны у вас эта штука положительная, это отрицательная, понятно, что эта точка у вас куда-то сюда поедет. Да? Эта точка куда-то сюда поедет. Понятно, да? И в итоге у вас зона сожмется. Смотрите, что происходит. У вас был, грубо говоря, вот такой угол наклона, да, а стал вот такой угол наклона. Да? То есть у вас скорость первой, да, это у вас что-то положение, например, к, к. То есть у вас
вас получается, что, что у вас за счет традиционных взаимодействий меняется скорость света. Она уменьшается. То есть соответствующий импульс, да, первый там. Будет меньше, да. Другими словами, за счет того, что у вас меняется скорость, можно говорить о том, что меняется масса, можно говорить, что меняется масса, можно говорить, что меняется скорость. Получается, что взаимодействующая частица у вас тяжелее, медленнее двигается. Значит, ну, опять же, давайте рассмотрим вариант, когда у вас есть какое-то дополнительное взаимодействие в системе, да? Тогда у вас получается М со звездочкой ПМ. М со звездочкой ПМ. Тогда у вас происходит утяжеление не за счет электронного взаимодействия, как здесь написано, что же чисто электронная, а оптическая часть, так? То есть ничего такого, какая-то портал. Значит, вот принято так писать, приводят некую безразмерную константу лямбда, называемая константа взаимодействия. О том, насколько, допустим, сильно электрофонное взаимодействие, что происходит, допустим, с электронной системе, и в системе, что происходит с электронными свойствами системы, в которой электрофонное взаимодействие можно встречать такое. Вот. Ну, это могут быть какие-то другие, там, не обязательно электрон-фононы, могут быть какие-нибудь там взаимодействия электрона со спинными флуктуациями, взаимодействие электрона там, не знаю, еще с чем, там, сверхпроводящими, там, дела, еще какое-то время. Так.
системе, если мы говорим с вами о том, что вот, для того, чтобы квазичастицы были хорошо определены, да, происходило как-то, просто они были перенормированы в смысле того, что просто масса тяжелее, да, нам необходимо, чтобы об окрестности уровня Земли реально часть сигмы имела вот такой вот отрицательный наклон, да, производная была бы отрицательная. Удивительно. Если вы как бы рассматриваете теорию фермы жидкости, да, там теорию жидкости, там буквально деньги сидит, можно прочитать такой экскурс. Читал, конечно. Удивительно. Там, как я говорил, мнимая часть сигмы, да. Мнимая часть сигмы. Жидкости, она есть не что иное, как минус омега за квадрат плюс некоторая минус омега за квадрат, минус омега за квадрат, минус некая добавка, да? Которая связана просто с температурным. Сдвигом, да, то есть со сдвигом связанным с наличием взаимодействия и со сдвигом связанным с тем, что система рассматривается при конечной температуре. То есть вот если вы сделаете просто преобразование Кайберса-Кронига, да, у вас же мимо действительно сигма, части сигма, они связаны между собой преобразованием Кайберса-Кронига. Оказывается, что Кайберс-Кроник от параболы есть не что иное, как вот такая вот линейная функция. В качестве домашнего задания. Если вы просто запишете соответствующее преобразование Кайберса-Кронига, то вы получите такую мнимую функцию. Вот и в теории фермы жидкости у вас сильно нет такой вид, что поле частицы хорошо вовремя. Изученных и понятных теорий, в которых практически до всего может дойти аналитически. Так. Да, у него феноменологические истоки, но пройдя, так сказать, эту начальную феноменологию, предположив, что у вас при наличии слабого взаимодействия статистика частиц не меняется, ну или закон распределения частиц там, по импульсам не меняется, да, у вас возникает вот такое, так сказать, состояние, как фермы жидкость, в которой, значит, появляется разрыв в этой функции распределения, который равен величине z, и так далее. Ну, в общем, это очень хорошо изученная, понятая аналитически во всех смыслах теория. Там все с ней понятно, там термодинамика, как бы, и все. Ну, в общем, все, до чего можем тут достучаться, там достучаться. Все, о чем только можем подумать, там сделаем. И поэтому она является реперной точкой. Как только вы чего-то где-то в каком-то варианте видите, первое, значит, что обычно делается, это сравнивается с фермой жидкости. Померили сопротивление, смотрим. Померили там плотное состояние, ну там рентгеновский спектр, да, сравнивают с фермой жидкости. На
нашли дисперсию, там, динамику, смотрим с фермой жидкости, магнитные свойства, восприимчивость, там, трайл-валя, теплоемкость, вот эти динамики, теплоемкость, да, то есть все сравнивается сразу с фермой жидкости. Дальше делается вывод, ага, это фермой жидкость, значит, видоизмененная, например, на величину М со звездочкой КМ, или это совсем не фермой жидкость. В тот момент, когда это перестает быть фермой жидкостью, тут народ начинает, значит, там, впадать во всевозможные экстазы и носиться, значит, с этой системой, которая показывает не фермой жидкостное поведение, значит, там, и всячески ее изучать, там, наводить дополнительную феноменологию или пытаться какую-то аналитику наводить, значит, и так далее, и искать, так сказать, ну, микроскопические причины, почему вообще все отлично там, от фермы жидкости. В этот момент возникает ну, как бы все самое интересное. Да? То есть, фактически, ну, так, по большому счету, все исследуемые и исследованные системы вот их делят на две. Фермы жидкость и не фермы жидкость. Да? Там, ну или какая-то там хитро вывернутая фермы жидкость. Типа там есть там, понятие маргинальной фермы жидкости, где у вас дисперсия пропорциональна не к квадрату, а просто к. Тогда, ну это уже такая экзотика, но вот народ хочет экзотику, потому что там где не экзотика, ну, как говорится, нет особенностей, нет физики, да, грубо говоря, защитить была дискуссия про особенности. Нет особенностей, нет физики. Да. В этом смысле здесь особенности заключаются в том, что отличается от фермы жидкости. Поэтому я вас призываю, так сказать, особенно тех, кто как-то видит свою судьбу, так сказать, связанную с наукой, да, обратить внимание еще раз на фермы жидкости. Еще раз ее перечитать, посмотреть, потому что ну, это самое, пожалуй, лучше всего понятое, как бы. Теория, они так говорят. Например, система гелий-3, которая является просто ну, фермой жидкостью в чистом виде, то есть просто жидкость фермионов. Она, пожалуй, одна из наиболее хорошо изученных и понятых систем в этом смысле. Да, вот. И так далее. Поэтому вот, ну, очень рекомендую еще раз обратить внимание именно на постулаты, которые приводят к тем заключением, с которым пришел Ландау, да, ну и дальше, соответственно, вся там, какая-то математика и прочее. То есть, по большому счету, особенно больше сравнивать и выясняется не с чем. Ну, опять же, это касается твердотельных всяких дел, да. Ну, наверное, не твердотельные тоже, в твердом теле, конечно, одна из самых интересных точек. Да? Есть еще несколько. Теория Зомерфельда, теория Друля. Далее. Но оказывается, значит, если вы будете рассматривать совсем, то есть теория там Друля, да, это же что такое, то есть рассмотрим электроны как шарики, да, пусть эти шарики просто там пум-пум сталкиваются, что будет, давайте запишем второй закон Ньютона для шарика, вот выясняется, что пум стал. А потом смотришь, значит, что да, ферми жидкость берешь, формулируешь, получаешь из нее теорию Друля. Ну, все это связано. Есть вот некоторый набор таких реберных теорий. В основном это, в общем, в их основе так или иначе оказывается термоферная жидкость. Все это сопротивление, там, национальная температура квадратика, да, еще там всякие там. Это все теория фермы жидкости. Да?
Ну вот интересно, когда там есть там, смотрит, какой там девятый пункт, да. Свойства статистических систем. Точностью до, да,
есть если у вас, грубо говоря, затухание больше, чем энергия полюса, ну, уже ни о какой бы частице говорить нельзя. Ну, там больше, чем энергия полюса, там, меньше, чем половина затухания, тогда можно говорить о полюсе. Да? Ну, то есть, ну и, собственно, само затухание. Насколько ты не осталась, да? Ну, да.